Пересадку костного мозга применяют в гематологии и онкологии, когда другого шанса на выздоровление нет. Решающую роль в этом случае играет генетическая совместимость, но, к сожалению, родственники не всегда могут стать донорами. Именно поэтому два раза в год Фонд помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями НОНС проводит акции по сдаче крови на типирование. Благодаря предыдущим акциям в настоящее время в Национальный регистр доноров костного мозга сейчас на данный момент привлечено 4441 человек. И такие у нас города, как Навашино, Балахна и Саров, мы не очень давно участвуем в этой акции, но саровчане уже занимают такую активную позицию среди жителей городов области. В нашей стране регистр доноров костного мозга существует уже 3 года и насчитывает более 84 тысяч человек. На данный момент проведено всего 229 трансплантаций от российских доноров, нуждающихся в десятки раз больше. Доноров приходится искать за рубежом, но это дорого и не всегда эффективно. Очень важно, чтобы национальный регистр постоянно пополнялся. Летом 2018 года впервые донором костного мозга стала девушка, участвующая в этой акции, Юлия Персикова. Журналисты канала «16» Кирилл Васенин и Елена Грицкова не остались в стороне и приняли участие в первых 2 акциях, проходивших в нашем городе. Теперь они состоят в Национальном регистре доноров костного мозга. Процедура сдачи крови на типирование не составляет большой сложности и не занимает большого количества времени. Потенциальному донору необходимо подписать согласие на вступление в регистр и сдать 10 мл венозной крови. На данном этапе другие обследования не проводятся. Принять участие в акции можно 3 октября с 7 утра до 7 вечера по адресу проспект Ленина, дом 15. С собой необходимо взять паспорт. Более подробная информация по телефону 77-188. Наталья Петрунина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.